Это и есть проявление любви к себе, к мужу, к своему любимому человеку. Мы все должны делать какие-то уступки. И в быту, если... Почему, вот мне кажется, люди говорят, что любовь, да, умирает? Не было у вас любви, если в быту она погибла. У вас была, значит, страсть, влюблённость. А именно в этих чувствах есть место стеснением, каким-то неловким ситуациям. Ой, боже мой, я сейчас пойду в туалет, он все узнает, я хожу в туалет, я не принцесса. Вот когда вот такого у вас много, значит, это не любовь, это просто... Пока это просто. В любви вы пойдете вместе рожать, вы пойдете вместе, вы дружно, предположим, отравились, вы будете в туалете дружно, никого не смутит то, что он там увидит. Абсолютно спокойно вы выйдете и будете также друг друга любить, ценить, уважать, а не презирать и смотреть, как-то она, я не ожидал, что она вообще в туалет-то ходит, да? Если у вас вот так, то задумайтесь, девушки.